Прованс славится лавандовыми полями, а японский остров Хонсю – полями немофил. Эти маленькие нежного голубые цветы стали одним из символов парка Хитачика-Ихин, красивейшего цветочного царства в Японии. Богиня Флора была бы довольна, прогулка по парку Кайхин, как кстати сказать, и по саду Кавачи-Фудзи, оставила бы у нее незабываемые впечатления. А впрочем, как знать, может быть, богиня цветов и весны уже живет среди бесчисленных цветов этого парка, делая его день ото дня все прекраснее. Парк Хитачи-Кайхин появился на месте бывшей американской военной базы. Почти 20 лет потребовалось трудолюбивым японцам, чтобы облагородить землю и разбить здесь райские цветники. В 1991 году парк распахнул свои двери, и с тех пор значительно вырос в своих размерах. Сегодня цветы высажены на территории порядка 190 гектаров. Самое известное из них – это поле немофил, которое приходится родственниками незабудок. Помимо этих завораживающих, убегающих вдаль цветочных ковров, в парке есть также немало других цветов. Садоводы создали здесь целые поляны волосолистной кохии, небольшого кустарника, чьи лепестки осенью становятся красного или оранжевого цвета. Есть в парке цветов также тюльпаны, нарциссы, другие цветы, сакура, и на всю эту красоту можно посмотреть не только с земли, но и с воздуха. При парке работает небольшой парк аттракционов с колесом обозрения. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.